Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. Начинаем с такой веселой нотки, как расстрел зомби из пулемета. Кто смотрел предыдущие серии, тот понимает. Как бы так сказать, игра у меня вылетела, запись прервалась. В общем, я решил на том моменте серию и закончить. В принципе, она достаточно довольно долго получилась. Я думаю, за эту серию я наверстаю упущенное, и, в принципе, ничего не пропустится. Если вы хотите, можете, в принципе, отмотать в Ютубе до того момента и смотреть с него. Интересно, в принципе, будет и с этого, да? Так. Знаете, что самое интересное? То, что когда там в ящике я смотрел, там патроны, они не восстановились. То есть гранат там новых не появилось. Однако пулемет, знаете, перезарядился. Это приятно, мне не придется их всех долбать доской. Ну и лута будет достаточно, я надеюсь. Что унесло? Ты еще живой? Так, я надеюсь, это все. Или еще нет? Разберемся по ходу дела. О, я там что-то был. Пирожок. Подкрепление, как говорила одна моя знакомая, всегда полезно. Нифига себе, там еще граната. Даже граната даже не лезет. Так, давайте пока проблемы новые не пришли, мы разберемся тут немного. Так, вот пистолет вот интересный. 13 патронов, да, на нем всего. А, давайте обучим кого-нибудь еще. Знаете, я лучше, наверное, гранату возьму, чем коктейль Молотова. Хотя... Не, я не хотел перелезать. Хотел обыскать. Наличие патронов. Так, у тебя есть патроны? Лично давай сюда. А у тебя? Не. Полфлайера можешь себе оставить. По хорошему счету, мне бы сейчас смотаться в убежище, поскидывать там все ненужное. За спокойной душой справиться дальше на миссию. Это я помню. Вот и вход. Учти, радио там не берешь. Так что пойдешь самостоятельно. Да, я понял уже. Жалко, это не просто канализация. Сейчас в любом случае при любой возможности попытаемся вернуться в убежище. Помню здесь, кто есть. Вот, тебя забыл? Да. Так. Что-то лежит. Так обыскать-то нельзя. Старый приятель. Лежать. Патроши. Даже так. Перезарядить не надо пистолет. Сколько мне там вообще этого добра, интересно? 20, 20, 20. О. Еще шружбайка у нас есть. Можно стрелять, не хочу. А давайте постреляем. Что мы все дубиной до дубиной. Каменный век будто попали. Как-то так. Вот и все.
Толпа вроде никакая не побежала на нас. Нормально. Бедный зомби. Здесь у нас никого нету? Все же есть. Выйти нет. Давайте без выйти. Спущусь, посмотрю, что у него там. Может, еще пару пуль найду. Так, обыскать его никак. А если его наружу затолкаю? Так, как одной пошли. Не-не-не, вот сюда. Пустой. Ладно, давайте не будем затягивать игровой процесс. Тем более мы тут прошли уже, как бы. Так, стоп. Где-то здесь приятель был мой. Че, уже смыться успел куда-то? Похоже. Одних мышей слышно. Так. Там на С, да. Теперь у нас есть карта. Отлично. Так и лежи. И же больше никого нету. Как же я мог про тебя забыть? Мы тебя тут и оставим. О, патроши. Вы внимательны, да? 4 патрона нашел. Может, уже испытать, как думаете? Да нафиг нам потом надо будет. Классная тетка, наша королева. Еще бы. В человеческом обличии. В Омеге я ее охранял, и кроме нее никто в правительстве мне не поверил. Надеюсь, ее увезут в Индию или еще куда. Рептилии, там хорошо. Это точно. Так. Давайте открываем. А теперь мы в королевском убежище. Давайте включим дальний, чтобы вам было лучше видно. Это все видно прекрасно, вот вам может быть темно. Те дворец. Что-то стрёмно тут как-то, да? Давай-ка сканируй. Это камера такая. Осторожно, там я тебе не помощник. Пойдешь самостоятельно. Как скажешь, бро. Как скажешь. Связь брахлит. Экранировано. Сзади. Сзади? Что сзади? Что там сзади нету? Я уже знаю, что ты там хочешь мне. Сзади там пристроился. Эти не сканируются. Да мне вообще тут надо, а? Чисто обыскать здесь, что есть на наличие, да? Давайте спустимся все ниже и ниже. Валено там что-то. Открыть. О, неужто сейф? Если меня выкинет опять, так я хотя бы отсюда начну. Я лучше здесь сохранюсь. Как-то его так в первый раз не обнаружил. Надо было дверь закрыть, конечно же. Ходунов нету. Ну и хорошо. Так, здесь ничего, никаких ништяков нету. О, слушайте. Давайте-ка мы наш пистолет немного
Так, огневая мощь. Емкость магазина, скорострельность. Давайте огневую мощь. Мощный пистолет. Да, хочу. 88. Думаю, скорострельность пистолету особо не нужна. Здесь у нас что? Пока только пистолет и ружье какой-то. Карабин. МК первый. Походу, со Второй мировой еще. Так, здесь заперто. Да, я не пройду. Так, я уже научился. Так, теперь выше. Где она? Здесь колышется. Вот так вот. Easy game, easy life. Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Ты ж так не ори, блин. Неважно. Тебя не заразили? Не-а. Давайте в вазу разобью. Я ж поможем. Извини, сейчас все объясню. В стенах есть мониторы и динамики. Я Питер Найт, младший придворный врач. Так что не волнуйся, я не галлюцинация. Но у тебя, походу, не появились уже, да? Найди мою лабораторию, ладно? Твоя лаборатория где-то там, да? Док. Тут я уже был. Начинал каким-то другими путями. Запертая дверь. Как тебе пройти? Там, по-моему, дверь была, да? Вот сюда и пройдем. Давайте лежачих все-таки будем дубиной. Требуется пропуск. Шкафка отлетела. Пойдемте, пойдемте. Я знаю, что здесь настоящий лабиринт. Но... Вот здесь, вот, на этом месте меня выкинуло. Попытаемся еще раз. Честно предупрежу, где-то здесь бродит пара чумных бывших солдат Омеги. Пытались найти... Неужто меня не вытянуло? Отлично, короткий проход появился. Так понимаю, они там снизу, да? Надо будет разберемся. Так, тебя мы не достанем? А нет, смотрите, достает. Ходи сюда. Живой еще? Обыскать я могу? Или только так, долбануть? Крепко. Отправляйся в дальний угол. Заходи. Располагайся. Только ничего не трогай. Здесь ценные научные экспонаты. Я закрою. Да, по-моему, таких полно. На всякий случай. Прости, что не приветствую лично. Так безопаснее, понимаешь? Я, видишь ли, ищу лекарства от нашей чумы. Медленно, правда. Подопытных мало. Только эти бедняги, замеги.
Плохие времена настали. Пардон, минутку. Ты определенно можешь мне помочь. Если нету ничего ценного. Сказал же, не дергайтесь, бабуля. Бабуля? Чем-то больше похоже на дедулю. Так поближе взглянуть. По-моему, это дедуля, по-моему, там борода у него есть. Так что, боюсь, придется выйти наружу. Да ладно, мне не впервой. Лифт доставит тебя прямо во дворец. Браться глубже во дворец. У меня есть какие-нибудь задачи, там, побочные квесты, может. Шер жизни, рюкзак, убежище. Воу. Да не, я перелистывал. Блокнот, моя карта. Цели и задачи. Мои задания. Не, походу здесь как-то все однолинейно. Ну, давайте сходим. Расспросят. Зачем доктору отказывать, который тут может совершить открытие целое, научное, да? Так, хотя бы на одном уровне, вроде на одном. Здесь у нас что? Увеличение емкости. Фига ж себе тут. Да я хорошо так зашел, да? Посмотрим, что там у тебя. Княженцу тебе принести надо. Мне жалко бедных охранников. Я, кстати, тоже числюсь в Омеге. Начинал врачом в армии, а потом был приписан сюда. Позор. Элитные бойцы, а такая печальная судьба. Прям такие элитные. Секрет тут. Блин, давайте сходим. Нафиг пошел. Задубашу нафиг. Все. Знаете, так классно все сочетается с классической музыкой. Вот что-то мне так и казалось, что что-то вот кто-то на меня тут напрыгнет. Там, походу, так, наверное, путь сократили себе, да? Или так надо было идти? Это что там уже лежит? О! Чувствую, не зря патроны накапливал. Ну точно же встанет. Я вам говорю.
У тебя хотя бы батончик есть. Имейте в виду. Блин, мне пока он не нужен. Батончик. Если не надо будет. Сволочь. Отислил меня. Без головы тебе даже лучше. Батончик все еще не лезет. Не, стоп. Батончик нам как раз таки и нужен. Использовать. А с тебя возьмем. Не убудет, да? Считай, что ничего не потеряли. Потроша. В принципе, не отбил, тоже потратил. Блин, посмотри, какой талантливый зомби. Сегодня редкость. Там еще один. Еще одно. Да ты же не в курсе, что такое отряд Омега. Это тайна. Но кому сейчас какое дело? Элитный. Так давайте, может, их перебьем. Охраняем королевскую семью. Нас застали врасплох, и бедные охранники бункера. В каком-то смысле, они и теперь его охраняют. Надо было верить доктору Ди. Патронов у меня много. Так, пардон. Я думаю, тебе может так с дубины. Да блин, чё он не добивает? Эх, походу еще одно. Придется есть. Свой флаг можешь себе оставить. А я съем батончик, пожалуй. Все равно найдем что-нибудь, чем подкрепиться, да? Там он не особо питательный, этот батончик. Что там у тебя? А у тебя флаер? Не, у тебя пель молотова. Ну, давайте используем один. По назначению. У нас он там назначен хоть? Один, два. Не, не назначен. Давайте назначим троечку. Зажиточно мы живем, однако, я вам скажу. Зажиточно, зажиточно. Я думаю, те, кому надо, бы уже встали. Кроме тебя, да? С упреком молвил ангел. Неведение было твоей наготове. А первой чумой, поразившей человечество, была наука. Ибо стремление к знаниям лишило вас... Нет, давайте послушаем. Лишило вас самопознание. Мы, так понимаю, могли здесь пройти снизу и сверху, да? Что я там лазил? Так и есть. Зато нам никто в спину теперь не зайдет. Так, ну, что у нас там дальше? По расписанию. Ой, что на два раза выстрелило? Вообще, сколько чистили одного зомби, а? А тут мне патроны пригодятся. А тут один такой хороший. Ходишь тут. Бродишь. И вообще. Ты же просто зомби.
Чё ты так долго живешь? И у тебя пусто. И сколько у меня пуль осталось? Так, 12, 20, 13. Я думаю, еще хватит. Дать жагу. Может, особо не шуметь попытаться, а? Вылазь. Что-то мне так как-то вот дыра, вот что-то мне кажется, что оттуда полезут. В самый неподходящий момент. Давай за маму. Давай за папу. За дедушку и за бабушку. Так, ну давайте. Вот как знал, а? Пошел нафиг. Сколько вас там? Если не секрет. Нет, давай-ка, знаешь, я тебя тут отстрелю немного. Ну и хватит тебя. Сейчас можешь добивать. Вот и все. Эх, соседи, такие соседи. Так. Я вроде всех обыскал, да? Можно двигаться дальше. Я думаю, сзади уже никто не выползет. Так, пушку давайте перезарядим. И сколько у нас в инвентаре осталось? Что-то я особо не считал. 26 и 13. Ну, в принципе, еще есть. Порох в пороховницах. И ягоды в ягодицах, да? О, не. Давайте-ка вы сюда подходите. Так, ну ты если один, я тут думаю, на тебя патроны можно не тратить. Как-то так, да? Все? Успокоился? Так, пушку я перезарядил. Отлично. Что-то как-то мне этот туман доверия не внушает. Как бы мы им не траванулись. Это просто... А, это просто пыль, наверное. Нет? Что-то мне так кажется. Туда я что-то тоже побоюсь ползать. Там рюкзак. Блин, ну не знаю. Опасно. А здесь решетка. Давайте тогда. Здесь обойти, наверное, как-то можно. А, давайте-то потом. Потом оставим. Этот газ будем обходить, пожалуй. У-у-у, ребят. Там дверь какая-то секретная слева. Ты тут особо не покрикивай. Сзади там никого? Никого. Буду держать его здесь, на расстоянии, так. Лучше будет. Для нас обоих, да? Подходи, не стесняйся. Еще что-то крикнул там напоследок. Так.
Ну да, больно-больно, неприятно. Уж уж поделать. Вот там что-то сверху лежит, что-то мне вообще не нравится. Ты там это... Не шуми особо. То есть человек нервный. Могу и выстрелить в голову. Не ударился, маленький. Вот и все. Минус одна проблема. Давайте на лестницу быстренько заберемся. Перезарядимся. А вот смотрю, тут какой-то лаз, наверное, вот туда проведет нас. А то как добраться до этого лаза? Наверное, тут как-то спрыгнуть. Ага. Фиг там был. Тоже обходить надо. Я так понимаю, здесь в любом случае надо обходить все это дело. Давайте заползем опять выше. Ну и так пройдем. Так, пути для отступления. Вроде как и есть. Наверх. Патронов тоже хватает. И опасно тут все-таки без пистолета ходить. Давайте быстренько наверх. Пошел нафиг. Нафиг иди. Лучше на открытой местности. Как он меня догнал, непонятно. Фух, ну вроде как отстрелялись. Подгорели еще немного. Так, у нас там никаких батончиков нету питательных. Есть только аптечки. О, можно соду выпить. Тоже подкрепление, да? Да, сейчас что-то я пересрал немного за свою жизнь. Повышение огневой мощи. Неплохо, неплохо. Сказал бы отлично. Так, у нас тут что? Патроши. Батончик. Давайте сейчас его и съедим, этот батончик. О, отлично. Фулл хп. Что у нас тут? Для карабина. Замечательно. У-у-у. Там еще что? Так, ну, одного оставим. Но я думаю, с дубиной можно справиться. Не будем расходовать просто так. Патроны.
еще один идет. Давай, иди ко мне. Быстро же ты встал. Да и жить очень хочешь. Не судьба, да? Ой, как страшно. Сейчас мы тебя, как твоего приятеля, веслом по голове огреем. Просто забьем. О, тебе тут что-то интересное. Батончик. Давай сюда. Так. Твоих дружков нету ничего. А здесь что-то вот лежит. Письма королевы. Почитаем на досуге. Так, нам туда? Походу, да. Вроде как чисто. На пациентку не действует известный успокаивающий настой. Пришлось ее привязать. Ее голод не утолила ни одна предложенная снеть. Ею движет мерзкое стремление пожрать все живое. А вы что, еще и предлагали что-то? Вчера она освободилась от пут и чуть не выпотрошила нашего коня. Как коня? Ходячим сосудом, живущим ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Как красиво сказано. А чего-то я? Прости, я немного рассеян. Я вижу. Джон Ди был ученым, алхимиком, натурофилософом. Еще одно письмо. Беги. Что там, тебя уже окружают? Что-то так много патронов для карабина вмещается. Еще одно черное пророчество. Так, наверное, знаете, что я сделаю? Все эти пророчества. Газеты, письма королевы. Перелистывать как-нибудь можно? Так вот перелистывать. Ну, я так понимаю, это просто бумажки, как их почитать. Или так чисто полюбоваться на них можно. А, вот оно как. Тогда давайте, знаете, с первой начнем. В принципе, если вам интересно, можете на паузе прочитать. Так, британский. Так. Не, я не хотел полностью закрывать. Газеты. Закрыть описание. Так, нет. У нас всего две газеты. А вот. Читаем все это на паузе. После серии тоже почитаю. Ну вот и все, в принципе. Мой долг выполнил. И что там такое? О, ништяк какой-то нашли. Посмотрите. А что, Святой Грааль, что ли, стоит тут? Так, давайте ползем.
Надеюсь, безопасно вползем. Никаких у нас тут монстров не будет. Вот только хотел, а? Что за человек? Толкнуть. Что будет? Ты подозревай, решетка не откроется. Будет сигнализация какая-нибудь. Рюкзак XL. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сколько у нас слотов появилось? Так. Ну еще два слота. Неплохо, неплохо. Весьма. Так, ну я думаю, можно вползать назад уже. Более-менее безопасно, да? Так, прохода у нас тут нету. Ну, знаете, такая, знаете, вот такая прям дверца тут такая хорошая. Сказал. Не, походу нам реально надо ползать сюда. Тогда возвращаемся. Пойдемте сейчас налево. Так, у нас тут никого нету. Советом из Деремеди Секрети я растолок высушенный гной в порошок и обнаружил, что при введении его больной, боже, я называю так собственную жену, черная кровь уходит из сосудов. Интересно. Сквозь болезненную бледность на миг проглянула некогда розовая кожа моей супруги, после чего она в последний раз дернулась и к моему невыразимому облегчению прекратила двигаться раз и навсегда. Упокой Господь ее душу. Уверен. Клетки мозга убила и все. Так, болтов у нас нету. Не, срочно в убежище надо. Столько лута, столько лута. Так, а назад мы сможем? Мы, походу, назад и вернулись. Давайте. Стоп, а нам туда и надо, да? Да, нам туда и надо. Давай, вези. Будем возвращаться к доку. Интересная экскурсия получилась, да? Так, надеюсь, тут зомби сейчас не будет. Я предпочитаю так двери открывать. Вроде как зачистили все. Никого быть не должно. Кроме этой головы, да? Нам туда. Я же там вроде проходы открывал какие-то. Прямо напрямую. Это уже не боится, не закрывается. Посмотрим, что там делаешь. О, да ты сам смотрю. Больной. Так, ну что, поможет? Вы посмотрите-ка. Лекарство. Да не, не особо. На, мне не жалко. Такому-то человеку. Все должно быть наоборот, да? Подожди. Еще кое-что. Вот та штуковина очень напоминает машинки ребят из Омеги. Какие? Вот тебя, да? Вроде как просканировал. Кого просканировать? А, понял. Изумительная штука все-таки. Человеческое тело.
Человек умер, а тело еще борется с заразой. Ну разве не чудо? Главное до хрена не доводить, да? Я так понимаю. Так, это костюм? Да, это просто костюм. А что это у меня? Сканер, так. Так и знал. Сначала придется прикончить беднягу. Потом возьми шприц и наполни его антителами из железы. Так, ну давайте. Добудем с него немного. Прекрасно. Теперь в шприце синтезируется вакцина. Весьма опасно. Тебе положить? О, то есть я смогу так лечиться, да? На одну инъекцию, но потом можно будет найти нового донора. Так, и что мне делать? Большая редкость. Да, как скажешь. На Брик Лейн есть копия. Да сеть что-то смотришь. Так, у меня такой сканер, что ли, постоянно будет? Ну, наконец-то. Можно в убежище. Пойдемте. Не-не-не, давайте в убежище для начала. Сохранимся. Перекинем все ненужное. Ну все, загрузились. Так, надеюсь, сейчас никаких сюрпризов не будет. Это что, мины? Давайте-ка заберем, положим там, где это надо больше всего. То знаем мы ваших. Ходить тут любят. Вот прямо здесь и положим. Так. Взять. Так, все, давайте уходить отсюда. Вообще, сначала в ящик надо заглянуть. Активировать. Что там активировать? И что мы там обнаружим? Ресурсы. Не-не-не. Ладно, с этим я, наверное, разберусь потом. За кадром, может, как-то. Решится просто подготовкой. Исследуй местность, собирай ресурсы, забивай убежище любыми средствами. Так, как положить? Поменять. Собственно говоря, что там? 3 патрона. Подожди, я столько расстрелял, что ли? Да не, быть того не может. 3 патрона. 13. Стоп, а там нету? Там нету. Блин, разошлись как горячие пирожки. Давайте, может, один коктейль Молотова. Особо не нужен. Ружье, ну не знаю. Пригодится, в принципе. Гранату еще одну положим. Что нам еще не надо? Аптечек, я думаю, столько не надо. Вот. 1, 2 и хорош. Патроны, конечно же, ушли как ветер, просто в поле. Я думаю, на этом можно серию завершить, да? А с вами был Зазепа. Ставим лайк, если вам понравилась серия. За мои старания и так. Подписка обязательно. Всего хорошего, удачи и пока.